Эта битва будет легендарна. Ну, блин, тоже неплохо на самом деле. Ладно, пойдет. Вот видишь, насколько я удачливый, да? А вот если бы не врезался, не попал бы по чувачку. Да что ж такое-то? Говорю, не умею я на билете нормально кататься, это ужас. Осколочек, наверное. А, нет. Я уже забыл, какие здесь эти челики с фонариками постоянно клацающие. Не на рандоме. Короче, будем странно делать. Просто кататься, периодически пытаясь распиливать. Здесь не смогли никак. Да ты... Ну кто здесь поставил так, а? Так. Я походу нашел этот нормальный этот кружочек.
Ну как ты не вовремя, а? О. Так. Да ладно, это не есть, кстати. Блин, обидно, сейчас бы было бы четвертый повес. Должен был хитануть, странно. Такое, опять неправильно поехал. Да опять неправильно поехал, блин. Гребаные маршруты составлять это не мое. Все спрашивают, почему я почти не кондичу. Не снимаю. Честно, я не хочу сейчас дальше ехать и пытаться. Я хочу попробовать их развалить до талого. Они сидят с фонариками и клацают. Ну что за приколы? Видишь, что я просто катаюсь и клацаю с фонариками по КД. Поэтому, знаешь, не, я их добью. А на Белясике можем и на следующем стримчике покататься. Сидят, потеют, что-то там слипят, пытаются подбежать. Особенно вот этот вот.
Не, карта нормальная для покатушек. Я просто маршрут неправильно изначально сделал. Вот, видишь, нормально, типа, разворачивается. Это сестра Толита, да, именно так. Рената, если что. Что?